Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, крошка-крошка, ЛТВ, гусанек, пацаны. Поздоровайтесь! Всем привет! Привет! ЛТВ. Тысячу лет не выходила рубрика «Какой аниматроник самый крутой?», так как вышел новый мод, называется «Five Nights at Freddy's». Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на новый аниматроник. Первый у нас «Bonnie and the Bunny». Я могу в них вселяться и управлять полностью, так как это не пилпак, а полноценный NPC-шки. Смотрим, что он может. Я могу просто медленно ходить. Как Рахит. Я могу гитару запрятать. А куда ты ее запрятал? Так, стопы, а куда он ее... Так, а видели, откуда он ее достает? Ну пусть будет за... Ладно, пусть будет за спину. У тебя сразу лицо изменилось. А ну как у меня лицо? Вот сейчас она у тебя спокойная. А вот так злой. Да, вытрящил глаза. Он еще прикольно бегает. Ой. Это прикольно. А ну-ка на правую кнопку мыши. О, ой, звуки издает. Так, а если еще раз нажму? А так я быстро бегаю? А так я не могу быстро бегать. Это дневной режим. А так он звуки издает? А, да. Так, звуки он издает одинаковые. Теперь мы что проверим? Я могу убивать с гитарой или нет? А что с гитарой? Ты видел? Вы видели, гитара рядом просто вот так вот. Как-то ладно. А если я запрячу ее? И гитара телепортируется. Так, я не понял, что за фигня. Так, смотри, вот я убиваю. Почему у меня гитара в руках появляется? Что это за фигня? Скример есть, пацаны? Да. А ну, Максим, я сейчас выселись с него, а ты вселись. Так. А ну-ка, замочи меня. Получается, независимо, есть гитара или нет, будет скример всегда одинаковый, да? Да. А ну-ка, замочи меня. Так. Да, это никак не влияет, вообще ноль. А теперь мы проверим, сколько у них жизней. Давайте с пистолетиков постреляем, просто проверим, много жизней или нет. Поехали, 3, 2, 1. По голове стреляйте. За что? О. Как вы думаете, сколько приблизительно у него жизней? 200, наверное. Может быть, да, где-то в районе. Либо 100, 150. Гусунек, может 300? Нет, 350. Ладно, Чика за чикен. Такая она добрая, такая доброжелательная. Так, а я иду. Когда-то всех мочить. Прикольная анимация, блин, смотрите, и тортик у него, да, кекс в руках шевелится, и все это очень круто сделано. По-моему, у него глаза даже есть, открываются. А ну-ка, сейчас посмотрю. Кексик вкусный. Я его съем. А ну, R нажму. Кексика нету. Вот, у него глаза выпученные становятся, это получается как бы агрессивный режим, да? Очень смешно, кстати, выглядит. Они очень круто сделаны. Анимация нестандартная, да, как у всех? Получается, чувак прям запарился и сделал очень круто. Ну просто респект, пацану, молодчик. И смешно. И смешно. Так, ну давайте будем мочить. Стоять! И кекс очень появляется. Крутая. А с кексом? На! А кекс он, кстати, держит? Так же. А смотри, когда я его прячу, да, это как с гитарой. Я мочу, и кекс появляется в руках, видите? Оп, типа нормальный режим. Так, исчезать она не может. А, и быстро бегать не может с кексом, только без кекса. Кекс это не важно. А ну-ка, Максим, вселись, покажи, какие у нее там умения есть. Иди сюда. На! Ой, еще так рукой. Вверх задер. А со стороны вообще прикольно бегает. Вот приколистка. Так, давайте опять с пистолетиков, мы будем приблизительно понимать, сколько жизни у кого. Если одинаково, тогда... Ну, тогда одинаково. Да, одинаково. Одинаково. Карспи Фредди. Очень странное название. Боже, он какой прикольный. Смотрите, он прям разрушенный весь. А это тот, который уж охранник в этом. Да. Да, в нем охранник внутри, ты смотри. Там кровяка всякая. А вы видите, как у него глаза? На носу лежат. Блин, прикольно сделано. Так, я вселяюсь в него. Там даже ребра внутри. Да? Ну, я вижу, да. Кишки внутри. Блин, вот это детализация. И кости в ногах даже. Получается, чувак взял прям с нуля все сделал. Смотрите, он ногу тягает. Хромой. А если я бегать буду? Как косолапый Мишка точно бегает. Так, что он может? На правую кнопку мыши. Звуки не издает. Ну, он, кстати, просто издает, как будто он там дышит. Да, кстати. А у него получается этот... Я когда нажимаю R, ничего не происходит. У него нет никаких режимов. Кто-то он может мочить. Так, мочить, говорю, можете. О, давайте проверим тему. Ну встаньте все возле меня втроем, я нажму удар. Он троих убьет или одного только, кто спереди? Ну-ка. Одну. Я один раз нажал и убил всех троих.
Нифига. Вот сейчас Максим, я выселюсь, попробую эту тему. Вот вселись с него. Давай. И смотри, мы сейчас все встанем. Ты понял? Ага. Получается, если у нас бы стояло семеро, ты пока всех бы не убил, это бы не прекратилась бы анимация. Смотри, у него ноги трясутся просто. Да вообще круто. Как дед. А ну ты можешь еще раз постоять? Я хочу со спины посмотреть вот внутри, что у него там. Да, я прям вижу. Сбоку и снизу вот. Тут кишки, ребра, кости. Да. Кости в ногах даже. Очень страшный. Так, стреляй. Вот. У него кровь идет, вы видите? Ну, да. У него жизни больше. Да, у него реально больше жизни. Или столько же. Он да не, чуть, мне кажется, больше. Чуть-чуть больше. Там такое тупое лицо было. У Максима? Конечно. О, смотрите, выключенные аниматроники пошли. Так, я на правую кнопку ничего не могу издавать, могу только встать, да? Ержан, вставай. Ой. Классный звук. Ой, звук камеры. Трахит. А нет. А чё они так бегают странно? Как обосранный какой-то бегает. Это очень круто. Чё он ещё может? Он звуки не может издавать. Звук камеры. Ой. Нежданчик? Оу. А, двоих убьют. И сразу садится. Получается, он как бы всю энергию тратит. И в это время он сразу выключается. На подзарядку. А ну-ка давай, Максим, ты вселяйся. А, да блин, так вот ты предупреждай, блин, так всраться можно. Зачем ты так делаешь? На, да, по уху стрельнули тебе. Прикольно, аниматроники. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы выйдем на улицу и взорвем всех аниматроников, и тогда мы точно увидим, у кого больше жизни. Окси, я не за пират. Ну это прям по стандарту, да, запилено? Давайте посмотрим, как он ходит. А ну-ка, звуки. О, он звуки классные издает, мне это очень нравится, это очень круто. Он грязный какой-то весь. Что он еще может? Пузо. О, у него другой режим есть. Так, это обычный. В таком режиме я не могу бегать, да? А в таком? Не, анимации переделаны прям все. Он даже быстрее, по-моему. Можно будет еще как-то рубрику снять, какой аниматроник самый быстрый. Использовать всех аниматроников, которые у нас есть. Это будет очень длинный ролик, но очень интересно. Если вы хотите такое увидеть, обязательно ставьте лайкосик. Так, ну что, проверяем. Ой, у него вот. Крутой очень скример. И сразу встает обычный режим. А, в таком режиме. А, и в таком режиме могу убивать. Страшный скример. Очень страшный. Прям за рожу хватает. Ну-ка, а ну-ка, смотри. Максим, вселяйся. Ого, прям крючком как будто ковыряет тебя. Так, что он еще? А ну на Ctrl нажми. Я на... Нет, ничего. Так, понял. Стреляем прям в глаз. Ох ты, да. Красиво ты ему под затыльника вписал. Прям слег. Так, следующий у нас Брэдбер. Ого, у него ноги. Как будто он собирается на коне скакать. А что за анимация? Прикольно очень бегает. А мне кажется, он как Фокси быстрый, пацаны. Даже немножко быстрее, да? Ну да. Ну где-то да. Так что он еще может? Крутой звук. Да. Смотрите, как у него шляпа отражается на свету. Очень круто сделано. Блики, вот эти вот, цветность. Так, ну все, больше ничего не могу. Давайте вам тогда. Вау. Какой себе скример. Всех троих замочил. А ну-ка, Максим, вселяйся. Ну-ка. Ах ты жопа, иди сюда. Ты меня не догонишь. Пошел отсюда, щенок. Он неудобно прям управляется. Я знал, что тебе будет неудобно. Ты почти. Опа. Ладно, ладно, мочи. Ух ты, блин, он меня поцеловал, что ли? Или что это было? Ладно, мочим. Блин, прикольно, они так слаживаются. Так, Фредди Фазбер. Фредди обыкновенный. Такой красивый. Видите, у него уже шляпа прикольная и все обычно сделано. То есть по-прикольному все. А что он еще может? R, Ctrl. О! Это как бы он добрый. Смотрите, как резко глаза меняются. Оба. Сразу белые. И как будто его, знаете, подглючивает. Да, он медленный, кстати.
Да. На! Ой, офигенный скример. Да? Ого. Еще так вбок как будто смотри, да? А ну-ка, Максим, прям вселись. Прям как из игры. Да. А ну-ка, замочи меня. Туда. Кстати, ты когда убиваешь, у тебя почему-то обычные глаза, но не злые. А ну встань в обычном режиме, это когда он добрый, и замочи меня, ну-ка. Ну да, скример получается одинаково, независимо от режима. И это очень круто. О, у него два разных смеха есть. Да-да-да, я заметил. Но в добром и злом режиме. Кто досмотрел до этого момента? Красавчик, Golden Bunny. Он уже звуки издает, я его только поставил. Это же Окаморзамы. Опа. Не с первого раза даже встал. Ого, я быстрый. Люди как быстро идут. А, вот на shift. Ого, он разгоняется, смотрите эту скорость. Нифига себе, он быстрый. Походу он самый быстрый. И убивает чисто головой. Оп, и... О, я невидимый. А куда? А где я на контрол могу невидимым вставать. Я даже беззвучно хожу. А где это? А тебя, походу, даже со света фонарика не видно. Это один из лучших паков NPC-аниматроника, который мы записывали. Они прям очень проработаны и круто сделаны. Такое ощущение, что я управляю Пилсом, а не это обычный NPC-шка. О, видишь, ты когда бьешь, ты меня можешь так увидеть. Я тебя по голове ударил, но я не знаю, где ты. А, вот он, вот он. Вот он. Ты чё, гонишь? Ага, попался, который куса. Я мига... А на жопе летаешь. А что это сейчас было? И что это было? На жопе летаешь. Это круто. А ну, Максим, замочи меня, я хочу посмотреть, какой у него скример. Ну-ка. Ой. Вот, смотрите, можно с пистолета, вот искры где идут. А ты в невидимке... О, у него такой скин, и просто как будто статичная картинка. Куда он делся? Ищите меня. В смысле? Ай, блин! Красиво, пацаны, секунду. Это было эпично. Кстати, тебя тоже убило. Так, Golden Freddy обыкновенный. Тоже невидимый может вставать. Вы видели, как он делает? Смотрите, как он из невидимки выходит. А, из-под земли вылезает. Как будто, да, получается, я не невидимый становлюсь, а просто под землю залажу. А, это такой же скример. Такой да. Же, да, скример. Один в один? О, это смотрите, а если я сейчас в нем и нажму на Е, он при этом стал невидимым. А вот через С его можно увидеть. А, да, вот. А ну вселяйся. Опять летает. О. Класс. Ух ты! Да, похоже на тот, только немножко башка еще ближе. Прикольно. Растворился в воздухе. И очень какой-то странный аниматроник Sparky the Dog. Я такого аниматроника не знаю. Кто знает, напишите в комментариях, откуда этот аниматроник из какой-то части. Я реально не знаю, что это за дог. Это может с каких-то DLC-шек или это с какой-то неоригинальной игры. Смотрите его левую ногу. Терял оболочку. А, у него нету режимов. Он звуки классные издает. А ну слушайте. Ты чё гавкаешь? Ты чё мне мочишь? Он очень быстро убивает. Извини, обстоятельства. А ты достань меня. Я не могу этого сделать. На. Так, а ну, Максим, вселяйся. Ой. Вы что, психи? Я так люблю делать. Да. Хорош. На, здравоша. Так, как я и обещал, мы сейчас просто выйдем на улицу, заспавним всех аниматроников и просто взорвем маленькую бомбочку. Придется пожертвовать собой, но мы готовы, да, пацаны? Да, отлетайте. Бум, вот это разлетелось, все просто. Так, летим на улицу. Никого нет. Вот это было эпично! Что это сейчас было? Это призрак. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, всем пока! Как всегда, эпический взрыв!